истории героев. Аргус. Аргус и Рафаэль были небесными ангелами, которые однажды спустились на землю рассвета. Один отвечал за искоренение страданий, а другой ангел за искоренение зла. Аргус, пройдя бесчисленные битвы, стал одержим жаждой могущества. Однажды, посреди битвы, он почувствовал призыв древней силы, и Аргус потерял контроль над собой, и разум его извратился. Он сломал древнюю печать, чтобы вызвать пылающий демонический клинок. Отдавая собственные жизненные силы мечу, он мог получить еще большую силу. И теперь Аргус бродит по миру в поисках сражений и войны, чтобы поглотить больше жизней своим клинком.